А зачем альфа так далеко будет высаживаться? Так Потому что можно просто, стрелы. короче, альфу вообще в замок высадить и мозг не парить. Вы слушали, Ворон? Не, я там музыку стрелы. слушаю. Там стрелы, ребят. Ладненько, стрелы. Короче, вас все выброшу. Там с Фробурга чисто, я за оборону играл, на северном вопросе сидел и постоянно докладывал, что какие-то непонятные люди со стороны Фробурга по чистому полю бегают туда-сюда. Кстати, над я... уровнем воды пролететь и прилететь к ним с юга востока. Так если там стингер, да? Вот тут стоит, я сейчас поставлю. Вот так? Там, чё, короче, там, ну, просто да, отвесная как-то гора, а если... Вот низинку как... прямо. Так, репит, тогда нам надо будет сейчас назад вернуться. Мы под прикрытием северной горы поедем. Северный, южный, ты имеешь в виду? Не понял. Вот так. Я иду. Врага никого. Короче, вот под зеленым поднимайся, нормально, да? А, да. Наши маршруты я накидал, если что, смотрите, там нас если где-то встретит. Я, конечно, уставший ужасно. Мне надо будет отдохнуть где-то на выходе. Можем пешком идти. Блин, как я перепугался, у меня анимация врубилась на подъемчик, что я устал. Так, если альфа метки на себя ставит, то... Ну да, не вроде. Метки вроде не ставит больше. Да. Да, замок отсюда просматривается как на ладони. Ну я же говорю, да, то есть замок вообще здесь... С замка идти не вариант. Нам бы далеко не уйти, репит, сейчас. Я искренне надеюсь, мы к подножию горы, сейчас с холма этого, вернее, уйдем, и он нас прикроет. И сверху, с севера нас никто не увидит просто. Я просто так понял, что нам придется еще северно. Сразу около этого диспетчерской. А это Хамвик, что ли, этот? Зевок. А, Зевок. А их там несколько штук стоит, не? Ну да, там генератор и антенна. Антенна самая ближняя к этой диспетчерской. А что надо сделать, что из этого всего взорвать? Антенну. Только антенну, понял. Весы так-то есть. Банзай! Я тут. Предлагаешь навесом туда пострелять? Может попробовать что-нибудь. Пока подожди здесь, я сейчас вылезу. Да ёлки, сейчас добегу. Хреновое место, ух, хреновое. А может, это одновременно будем все взрывать? Да. О, спасибо. Так, 4 зелка вижу. А антенну не вижу. Он между ними должен быть, она или где? Банзай. Банзай.
Казани и умирать. Она прямо стоит около этого. Вот диспетчерская самая первая. На крыше? Нет, машина обычная, ЗИЛ. Ну они 4 вот стоят. Бежите. Так, короче, разбирайтесь. Черт, я побежал к диспетчеру. Сейчас они сюда все смотреть будут. Репит, я бегу к диспетчерской вышке. Это которая? Это которая на ноль. Ползай, взрывай быстрее. Потому что здесь иначе укрытий нет никаких. Зуха, которая есть, кстати, здесь. Где-то так, все, у диспетчерки. Здесь зухи? Понял. Так, вот эту крутящуюся, да? А меня выкидывает. Что ты с ней сделал? Ладно, тогда попробуйте вот эту машинку вывести. Она прямо из принтерской первая. Самый ближайший контейнер, да? Да. Бонзай, ты кидаешь мне? Да. Гранат. Не кидай, я убил его. Да я машинку ломаю эту вертящуюся. Я Брока захватил в плен. Готово. Попал. Целую ленту надо было туда. Я внутри диспетчерской. ГПШ, что же ты? Да, я не вижу, что ты... полета самого. А ты куда ГПШ? Попадает. Ой, теперь по мне прилетает. Это, видимо, северный, да? Сверху откуда-то, да, отсюда не видать. Репит, ты прибежал ко мне? Нет? Я у этой елки монашки. Понял. Блин, снайпер за горой, не вижу его. Вы там живы, да? Чарли, это ваш СВДшник? Нет, нет, не наш. Вышки не ваш? Нет, нет, расстреливать. А зилки, они на ходу? Как жалко. Да, я хотел здесь. Так, ну... Репит, я на север лезу, короче. Да я тоже сейчас пойду обходить через вопрос. Чем взрывать, только я не знаю. Ну, может, что-нибудь у них придумаем. Это ты там репит лезешь, да? Мимо диспетчерки пробежал. Да, да, я. Там что-то желтый дым какой-то непонятный на сзади, на этой РЛС.
Это бонзай там прикрывается. Ты, Паш, проконтролируй, чтобы у тебя шоп не стояло хотя бы. Слышно, слышишь, Паш? Теперь стоит. Метку на себя обновил. Репит убили. Где-то у меня в тывах каваш. Вижу. Девочка, спаси. Сохрани. Вы смотрите на меня, елку, видите, там на рядом левее от РВС, я у елки. Ко мне кто-то должен сейчас подойти. На северный РВС. Слышите меня? Это вирус, я уже без ног. Понял. Стой на машине. Повезло. Где ты там говоришь? Короче, на РВС смотришь, левее от РВС елка одинокая стоит в поле. Я лежу под елкой. Посмотри, там может кто-нибудь меня обходит. Если с этой стороны будет что-то видно. Так, все. Блин, ног нет. Возможно, рацию, кстати, подбирали нашу уже. Так, каваш все там же. А бонзай тут? Да убили его, а не живы. Ты можешь там посмотреть на ХЗ? Он за склоном, вы не увидите. А, ну тут. Короче, меня если убивает, сдвиг делается. Да-да-да. Я сейчас собираюсь буханку отжать. У кого? У красных. Да нет, не мои. Так, я пострелял по масленку. Он бежал. На базе масленок, у них на базе. В ТУ.
на север. А где этот масленок? Кого-то на горе убил? Не, притянет. А он не сбил, убил. Не, не, все, это он боялся, что он меня убьет сейчас. Их тут двое. Если у них РПГшка есть, пусть они наверху отработают, там где Паша. Просто подняться на север. Возможно, Азарда убил. Но у меня уже агония. А, это у него не стрела. И это Азарт. Азарт Шохи. Но он со стрелы сможет ее выбить? Что за нехороший человек мне меня закидывает? Либо ГПшка накидается. Отдай, ман. Внутри закидывают, походу. Понял. Что-то как-то рандомно все. Ой. Это не по мне. Это по буханке? Не знаю. Нет, это Азарт по дырка потратил. Там-то он не убился. А у них палатки тут медицинской нигде нет? Нет, вроде. Эх, ноги никак не вернуть. Еще одного убил. Че они все на базе военные сидят? Да. Расслабился. Паша. Да. Может лучше ЗУшки решил кидать, чтобы игроки ездили, то эти чит-боты. Просто вылетели, ну, и сразу понятно. Вновь прилетело, и упали. Прилетим, у меня нету еще прорисовки на него, а он нас стреляет по нам. Ты меня Гонза убил, что ли? Мэтт Дог. Ага. А он бегал или что он там? Он ползал, как и ты, вы втроем. А, понятно, то есть инвалиды все, типа. Да. И такой он симулянт. А Ворон как выжил, гад? Я умер в пушке, Ворон выжил. Ну, выпрыгнул, наверное, резко. Не-не, он посадил даже её. Угу. Ну, а по склону бежал какой-то там масленок, я по нему стреляю. Это... Не свой, это... Нет, это... Ой, ёп. А в поле встретился я с кем? Была... Это флайер. А, то есть понятно. Перестрелка аутистов. В смысле, флайер... Ну, который он... возле этого, возле забора полку. Нет, репита, который убил. А это он и есть, по-моему. Это, да, флайер. Он сбоку почему? Вроде зашел. А что он за синих? А, ну это перезаход. У меня тоже два азарта. За синих и за красных. Хорош. То есть предпоследнего убил кто? Я флайер убил, что ли? Ну да. Да. Метку вставишь, что скап вообще не убил. Понятно. Паша, мы там взрывали вверху эту, ей не хватило одной С4. Да, я знал. Что-то бонзай сиди слушать. А у него больше нет, нечем взрывать. Так, ну двоих я убил. Там есть труба. Че, ГПшек? Убил инвалида, этим гордиться очень нехорошо. А, вот Вера сегодня поползет. Который пулеметчик ползал? Да. Еще один на меня убежал. Это я был. А, да ты не. Я без ноги был. Все взял, убил инвалида без ног. Откуда я знал? Много таланта надо. Я столько времени полз. Так,
так обидно. Там ворон в ловушку попал, там где-то Т-72 стоит. Прыгнул и вылезти нельзя. Ладно, я не стрелял, а ты стреляешь постоянно. Да нельзя сесть ворон. Ему надо антенну или вот эту будку рядом выбить? Антенну. Ну, а будку это всего, с антенной имеется. Так, в принципе, что он сейчас может стрелять. Ну да, но это ж вирус. Нужно еще спрятаться за елкой и 100% быть уверенным, что попадешь. Док, они все равно ПЗРК нашли. Они ее скинули там где-то. Внизу возле. Нет, там у нас две полки. О, меня как а ну, меня посчастливо спасла елочка. Фаер стрелял по мне, стрелял, но только не смог. Бы не в елку, только бы не в елку, блядь. Да. Нет, что такое? Там ворон может взрывать. Но он не выстрелил, пока не убежал. Ну давай. А что, ворон заложил, да? Не, по-моему, надо антенну взорвать. Все, встретимся, все, хорошо. Че это было? В ушаках сейчас светится, на рубле бегу. А, видел, увидел, увидел. Кого, кто увидел? Скажу. Кочевер? На глазах, на север бегает. А почему так у красных-то? Они все разбежались, что ли? Ну, да. Понятно. Там Брок вообще... бога и видел. Там БРДМ что-то на север поехал резко до вертолета, видать. Потом на обратке я его встретил. А, он его увидел, что он ворон решил на буханке кататься. А что, не победа что ли? Нет? Нет, еще одну надо на юге. А ты расстрелял, да, Паша, машину? Да. Там целую... Азарт злой. Если успеешь. Уезжает, уезжает. А Бонзай что там спит, что ли? А что ему делать? У него нечем выбивать. Вертолета нет. Он мог бы еще и ракету вертолета навести, а нет, нет, ничего нет. Чем у Бонзай ПБС? Ему лень было, наверное, бежать. Да. Кочегар в надежде хочет найти жертву какую-нибудь. Масленка. Да. Махнул утай. Пулемет, конечно, отдача большая, но он хорошо, очень быстро убивает. Скорострельный немножко. Угу. Я помахнул буквально короткую очередь, дал, но я даже не целился особо, бах, он упал. Но было подозрение, что это был не свой, вернее свой. Ой, Вира сейчас на бой. Гонза, по-моему, видит буханку едущую. О, сейчас будет гореть. Ёпта. Тикайте, глупцы. Оп. Уже 300 метров. Вера, слово сейчас сядет. А у него нет, да? Кочегар сейчас. Ну, буханка. Угу. Все. Приехал? Да. Колеса закончились? Хитрый. А, без сознания. Она сейчас дойти может догореть. Бах, не то взорвал. Да. Спину, ворон, спину.
О, Бонзай додумался на ПКМ сесть? Нет. А надо вот эти еще Уралы, да, все заменить, что ли? Нет, антенну убить, где вы там все взорвали, на севере, на юге. Андивора. Да. Антенну? Ну, РВС. Крутящийся хрен здоровый на металлическом основании. На платформе. Что будем захочет делать? Буханку зажигать что-то? Не зажигать. Как чугары убивают. Брони ёлки. Кто это стрелял? Бонзай? Не спасла. Не помогло. Сейчас Вероса добьют. А что, в зубке нельзя было слить? Можно. Нельзя. Но я на прошлый раз, когда мы играли, садился. Эх! И улетел. Верос. Верос. Да? Оброк БГЮ или что? Ну, вот, видел впереди этого справа камня, когда ты на гору поднялся? Ну? Когда в самом начале. Ну вот, он в камнях лежал, у него чистая касочка еле-еле торчала, еле ноги. И ты в ту сторону смотрел, не увидел. По-любому убил. Ну, если б тогда бы его убил и увидел, то бы не ранен. А, там в шилке сидит, только думаю, что здесь нельзя. В шилку нельзя, в зушку можно, который нас взлет. Я не смог. Бонзай. В смысле бонзай? Ну, он ГПшки там пускал, и меня это ранило, и ноги прилили. Да я бонзай не стреляю. Я там этот стрел, флайер сидел. Да? Флайер, далеко. Флайер, вообще на аэродроме, чё? Да, он за красный. Че, бонзы только с? Да. Сейчас затащит. Не, бонзы не затащит. Сомнения такие большие. Ну блин, против троих там еще снайпер со стороны. Это ж ты еще так атлета. Он, наверное, затащит, если РПГ выкинет. С этим не расстанется мне. Нельзя врагу оставлять свое оружие. Что это ж все налутанное, как же это сбросить? Бля, зря я побежал, блядь. Думал, сейчас все завалят. Тоже попробуют сесть. Вот в эту зушку, по-моему, все пытались сесть. Ну конечно, это же такой соблазн. Публичная зушка. Убить просто всех. Краб, а кто тебя завалил там кое? Пришел. Упсон, да. Упсон, да. Че он там делал? Я атаковал зону, и смотрите, сзади БРДМ едет. Я вообще надеялся его сжечь, конечно, но не вышло. Ты лох, ты попал в колесо, блин. Не в колесо, я куда-то вперед куда-то попал. Я не знаю, куда я попал. Ну, ты колесо. Вроде как по нему, ну и в колесо, короче. Колесо в основном на себя дамаг приняло и как бы так. Ну хотя бы так, хоть остановил БРДМ. Троим чувакам, а нет, двоим, вот видишь, пришлось долго-долго топать нахуй. Сбили его сразу эти читы, вот. Мы за холма выезжаем, чтобы быстрее ракету, и нам сразу прилетает в лоб все. Ой. Не понял. Да, выиграли. Время кончилось. Че, мне фраг не засчитал? Зажу.